Так, друзяки, ну що, ось і прийшла субота, друга часть постройки сарая Шабашка в Чернігові Рустама і Русика, що вони строїли Валері сарай. Ну там вже є і витяжки, там вже є прийомні входи для викачки, там вже все подивитись, все є. Дивіться, Рустам із Русиком роблять, зараз тут не дуже далеко від мене, кладуть плітку 3D чи старий город, здоровий об'єм. І я їх попросив привезти свою трамбовку, щоб мені тут трамбонули щебенку. І вони ось приїхали, ну буквально тут минут 10 і трамбонуть, і все, проїдуться, щоб отакого м'якого не було. Ось отакого. І підсипати оцю жету, атмоску, щоб тут було придавлено. Бо ідеш все одно м'яко, і тачку везеш м'яко. Якось не дуже. А це ж Рустам каже, попідсипати крайки, де там на щебінь остався і все. І так же ж там дуже строго не судіть, бо я дивився, Русик знімав, трошки камера там ходором ходила. Дуже не судіть, бо він без опита, ну знімав як можна. Красота. Ось дивіться, як хорошо. Дивіться, зразу стає як бетон. Воно іменно ухвачене, просівше. Зараз тут пару раз проїдемо і все. Так що, друзі, ми займаємося трамбовкою, а вам всього самого найкращого. Дивіться другу серію. От Валера смотрит, принимает работу. Ну, я, в принципі, роботою доволен. Пацани зробили все по порядочному. Так, як і говорили, трошки по времени ми думали за місяць, ну, закончили за півтора. Да. А так все по порядочному, все довольні, все красиво. Чисто за дожди, а так все нормально. Я доволен. Добрий день, дорогі друзі, підписники, водолаги Стасяна. У нас сьогодні произошла заливка. Заливка армопояса. Сверху ще зажелезили. От наша труба. Якщо тут видно, тут углублення, щоб краще вода стікала. Армопояс также мы залили, шпильки на месте. Так, чуть-чуть похолодало. На улице ветер сегодня весь день был. Вот эта вся земля в глаза сыпет. У нас также не хватило чуть-чуть бетона. Около куба. Завтра вручную будем доливать. Основные вещи хватило. Армопояс у нас полностью залит, чтобы вы не подумали, что на армопояс не хватило. Не хватило на отмостку. Там 3 метра с этой стороны и полностью тот торец. Рожек обыграли таким способом, подложили доска, то есть зазор будет 2,5-3 сантиметра. И Валера поручил своему сварщику, он будет делать каркас с 50-го уголка. У нас в данный момент очень напряженно с временем. Поэтому торопимся как можем. С завтрашнего дня приступаем к кровле. Сегодня где-то 20-й день, как мы тут работаем. 20-й? Да. Из них мы проработали 17 дней. В
Вчера или позавчера был дождь, не работали целый день. И первые два дня приехали мы в пятницу вечером, суббота-воскресенье не могли найти трактор, чтобы вырыть яму. А со всем остальным никаких загвоздок нет. И два раза попадаем на выходные. Мы приступили к монтажу USB. Сначала прибили парабарьер. Вот он, его видно. Сначала прибили парабарьер. А ну сейчас. Затем обрешетку внутреннюю. На него уже USB. С козлами чуть-чуть, ну, с лесами тяжело. Я рукой помогала. Вот как это выглядит. Сверху на USB утеплитель Минвата десятка 100 мм. Потом гидробарьер. Затем обрешетка и монтаж профнастила. На этом с кровлей все. Сейчас вам покажу такие нюансы, которые нужно заранее просчитывать. Видите, стропильная нога. Слишком, ну, свес слишком низкий получится. Вот у нас высота двери. И то есть, когда дверь будет открываться, она будет цепляться за эту ногу. Сейчас папа натягивает шнурку. Будем подрезать. Не матюкайся, дядь Вань. Я пришлю матча тоже. Хорошо. Дядя Вань, как дела? Как всегда. Стропила все у нас зафиксированы временными, так сказать, распорочками между собой. Так, сейчас мы USB закончим, и можно будет снимать эти временные распорки и спокойно работать сверху. Есть такая возможность, значит, если есть такая возможность, то не нужно их использовать, тем более в такой агрессивной среде, как свинарник. Света, как дела? Нормально. Высший пилотаж, все идет по плану. Скоро мы с Светой из Харьковской области будем дядь Ване привет передавать, да, Света? Конечно. Не матюкайся, дядь Ваня, я ж просил. Это ж люди будут смотреть. Юра, у них что вытворяет, понял? Закат снимаю, ваш. Ты кому-нибудь показываешь? Да, люди будут смотреть. Нравится, будут заказывать. Я думал, ты Стасян. Ну, Стасян посмотрит, сделает монтаж. Оператор, да? А что ты прячешься? Что ты прячешься? Брат Ванна! Не, не матюкаться. Ты старый плотник.
фидос мешает. Прямой репортаж с сарая мечты, который находится в Черниговской области. Сейчас вам покажу, на каком мы сейчас этапе. Укладка. Короче, утепляем полностью верх, низ. Что забыл сказать? Установили шахты. Самое главное забыл сказать. 8 штук. На 4 секции будет. 4 станка. 8. Вовнутрь свет. Да, к миксеру. Восемь шахт вытяжных. Использовать будут по мере необходимости. Папа здесь уже к кормировке сеткой приступил, пенопласта. Четыре. Ну, еще штук 10 надо, да, мешку? Кормировки, да? Фронтоны готовы тоже. Да, Ливана, привет. Привет. Попадаю я в эфир. Попадаю. Ну как, тебе нравится, да, Ливан? Да, оса. Оса. Ангар тоже уже. Еще стоит. Идут. Да, вот этот фронтон осталось загребковать и все. А когда? Кто будет загребковать? Так, вернемся к вытяжным шахтам. Что нам осталось по ним сделать? Осталось нам внутри отверстие выстрелить. И после монтажа профнастила, вот у нас уже заготовки готовы, сверху шапки на них сделаем. Вот наш USB, вот как это все выглядит изнутри, еще беспорядок. Рабочий беспорядок. К нам приехали оконщики. Устанавливают пластиковые окна и пластиковые двери.
посчитали, что пластиковые окна будут дешевле, чем металлические. То есть за 4 пластиковых двери 18 тысяч вместе с установкой. Валера покупал металл на двери, изначально хотел металлические делать. У него только на материалы ушло 21 тысяча. Но сварщик заболел, тут приехали окна замерять и посчитали окна, что двери будут дешевле из пластика. А мы закончили полностью обрешетку, гидроизоляцию. Сейчас делаем торцевые вот эти вот планочки, прибили. Остается нам только прикрутить профнастил и местами добить пленку снизу. Сейчас вам более поближе покажу двери и окна. Вот ангар. Вылез наверх и вылез. Вася, строителя зовут Вася. Сверху рассказывает истории, анекдоты. Имена такие, такие, такие. Неривный, блядь, делать. Блядь, пиздец, пиздую тех, блядь, детей, блядь. Неривный, блядь, не так, блядь. Дядь Ваня, привет. Привет, да. Да, да. Передавай привет. Тут все любят употреблять ненормативную лексику. Валера, привет. Тоже попал в кадр. А все равно все увидят в одном ролике. Вася, сними. Вася, помахай, тебе в этом, в ютубе будет. Дело у Питера. Ну цены у ребят удивили. Недорого, да? Ну потому что это Валера. Потому что це для Валеры, да? А если позвонят, скажут, мы у Валеры бачили, нам так же зробиш, зробиш так же? Не, братан, це ж друг. Це друг, да. А ти умираєш? А ну розкажи анекдот, Вась. В конце знімай, він довго розказує. Петь какая, поедь, каже, Анка приезжает с Парижа, с курорта, поедь на чатку встретить ее, на ЖД вокзале. Это дип отчаянный. Ну куда же Петька приезжает? Вася, быстрее, рука сейчас отпадет. Никуда так. На ЖД вокзал, куда приезжает Петька? По патрули били. Анка приезжает, так все равно, рукой махает, в Париже мужика. Да хорошо, подожди. А я как-то стоял, кто такая, рука ебана, сука. Заеду, рука, чай будет, хуйло будет. А кто думает? Кто думает? Мы уже на завершающем этапе. Сейчас мы дозатягиваем фасад. Вчера был дождь, позавчера мы успели накрыли вот профнастил. Профнастил, ну так, помучались с ним немного. Цена-качество, как бы, самый дешевый на рынке. За 0,45 профнастил 208 гривен Валера отдал за квадрат. Поэтому некоторым вещам можно не удивляться.
проходят вторым слоем. Сугубо для красоты. Да, па? Тут еще не проходили вторым слоем. Профнастиле стыки, конечно, отвратительные, замки сами по себе. И плюс Валера сказал, стыки не закручивать, не надо замки закручивать. Как сказал заказчик, так мы и сделали. А с этой стороны не видно ни одного замочка. У нас остался один день работы. Завтра нам нужно повырезать отверстия в USB на потолке под каждую шахту, их у нас 8 штук, и сделать на них шапки, козырьки. Просто мы бы это и сегодня сделали, но профнастил под это дело будет только завтра. А также два вот этих кусочка прикрутить и конек. Завтра на полдня работы. Сегодня папа должен успеть пройтись вторым слоем. Второй слой уже не так много времени занимает, как сама армировка. Светка лучший, как я говорю, помощник. Стоит, поддерживает, подбадривает нас. Говорит, вы быстро работаете, все у вас хорошо. Короче, да, она нас поддерживает. Света, привет. Привет. А также делает вкусный кофе. И Света в стройке соображает получше, чем многие мужики. Конечно. Папа так нас научится всего на свете. Из тех, что здесь. Которые. Из тех, которые здесь? Да. Не, ну здесь как бы есть соображающие, но в основном из такого контингента людей Света самая соображающая. Хочу вам историю рассказать. У дяди Вани есть брат. Мы живем у него дома. У него кличка Шмель. У Светы кличка Белка. Это они друг другу сами придумали. А у дяди Вани, вот он как самый серьезный у них глава банды, у него не было клички. И папа придумал ему кличку Заяц. Потому что у него улыбка как у зайца. Такая вот и искренняя. Да. Поэтому тут у нас в Черниговской области, в селе Березанка, есть Белка, Заяц и Зайца брат Шмель. Привет. Короче, да. Такие дела. Стараемся не скучать. Да, вообще два
Красносил мы, получается, начали в 10, закончили в 8 вечера. Докрыли. Вместе с этими порезками. Руслан, а тут моя плохо. Тут чуть-чуть туговато, но... Я думаю, ребята сегодня должны закончить. Всем добрый вечер. Завершающий этап. А? Завершающий этап снимаю. Обходим сначала специальным, как вам сказать, как скотч, как смола. Им обошли полностью все стыки. Сверху прикручиваем внутренний уголок. Сами шахты сверху только осталось профлистом обшить их по бокам и кинуть конек. И у нас готово. Последний день на объект. Даже можно сказать, что последние часы. Шапки доделали.
камера не все масштабы передает, насколько не маленький сарайчик. Так, мы закончили. Шапки закончили. Все сделали, получается. Ну, крыш. Вот Валера смотрит, принимает работу. Ну, я, в принципе, работой доволен. Пацаны сделали все по порядочному. Так, как и говорили. Трошки по времени мы думали за месяц. Ну, закончили за полтора. Опять за дожди. Да. А так все по порядочному, все довольны, все красиво. Чисто за дожди, а так все нормально. И мы довольны от Валеры. Чем? Говорили материал, сразу бегом в течение часа и новенький, самый лучший материал всегда предоставлял. Начиная от гвоздей и от черепицы, от досок и все. И саморезы. Все, да. И новый газоблок, шлакоблок, бетоноблок, то есть и все остальное, все новое. И сам ты на тракторе помогал нам. И жить, и подвозить, или что-нибудь. Да, ему спасибо. Как людина работяга. Витяжки, то, что там пишут в комментариях, что их много, немного. Перекрыть их можно, закрыть. Ну, то есть, когда будет... Холодно. Ну, да, холодно, то есть их перекрыл. Когда... Жара, то да, все открыли. Жара, да, все открыли. То есть летом можно держать поголовье. На то, что мы рассчитываем и зимой, и летом. Ну, да, так и мы... без запаха. Да, просто что за счет вытяжек мы можем держать больше поголовья. Лучше не жалей потом, что вот почему я много не Много не бывает никогда в жизни. Нет, перекрыть так можно. Оно реально, ну, реально оно просто, когда выходит, все... Я же даже стою, даже ты куришь. А смотрите, а еще какие двери. О, там вот мы уже показывали. Сразу заказчик, какой заказчик? Ничего, ну не жалел денег. Классика, да, молодец. Ну не металлические, не деревянные. Окна такие. Подоконники. Потому что большой минус внутри, в железных бомба. Дверях. конденсат трухнуть, в деревянных дверях от влаги расширяются. От засухи летом и сахаются, то есть играете, да, надо постоянно работать рубанком. Лучше есть... заплатить один раз и забыл про это. Ты зайдешь, то есть для свиней надо только пластиковое. То, что ну, ты двери ці зробив, вони не при любой температуре, вони не расширяются, не зужаются. Да, абсолютно. Ну что тогда, на этой хорошей ноте мы заканчиваем, я думаю, вы тогда... Да, сейчас пойдем мы с Валеркой, сядем типа на дорожку. Напоследок руку пойдем. Пожми, чтобы вот эта вот концовка будет. Да. Все. Я доволен. Я тоже.